Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Татьяна Лучик. Ребята, к нам на Урал пришла весна. Вот сегодня с утра плюс 3, а вчера днем на солнце было плюс 30 градусов. Снег начал таять интенсивно, ручьи по дорогам бегут, каша на дорогах, снега. Трактора вчера проходили, с утра как подморозит, люди выехать на машинах даже не могут. Но я вам днем выйду, покажу, какая у нас дорога. Возле дома почистили снег. И за день все это подтаяло, и теперь дорожки сухие, представляете? Качели отгребли, откидали снег, там все подтаяло. На улице так хорошо, прекрасно, главное, тепло и сугробы. Аномалия какая-то. Ну, а сейчас я хотела бы вам показать своих улиток, которые мне привезла Аленочка, моя знакомая Алена, 6 дней назад. Как они подрастают? Просто интересно, я вам сейчас покажу. Пока улитки маленькие, я их посадила в коробку из-под торта. Так, сейчас мы ее откроем. Вот остатки еды вчерашней. Я им давала листочек салата и резала морковку. Мох у них есть. Кстати, по поводу кормов. Я им купила салаты в горшочках, в емкостях и пересадила в майонезные баночки. Поливаю, вот видите, он чувствует себя хорошо. И всегда у меня корм свой теперь рядом. Не надо бегать каждый день в магазин по этому поводу. Так, ну и где же наши улитки? Будем искать. Они спят. Ой, какие маленькие, все собрались в кучку. Вот они. Сейчас их поближе вам покажу. Слезли все под мох и спят. Так, одна рожки высовывает. Опа-на, вторая пошла. Сейчас я у них буду убирать. Почищу, помою здесь все. Заменю им покушать, листочек свеженький положу. И покажу вам потом еще. Так, ну что, моя красавица. Одна на другую налезла. Тихо-тихо-тихо. Давайте я вас немножко сполосну чуть-чуть. Хотя сказали, что их пока мыть не надо, маленькие. Но уж они больно грязненькие. Водичку теплую надо. Коврик помыли, отжали. Коробочку сполоснули. Так, собираем всех на место. Раскладываю обратно мох. И пойдем сейчас кормим класть. Сейчас я всех четверых посажу к себе на ладонь.
Посмотрите, какие. А будут подрастать, потом и в ладонь одна только войдет. А сейчас пока четыре. Такие интересные. Друг на друга лезут. Проснулись, кушать хотят. Ой-ой-ой, все в один комочек. Не надо так, ребятки. Не надо так. Ой-ой-ой. Так. Ты зачем на нее залезла? А? Посмотри, они опять все вместе. Вот что они ищут? Или тепло, или кушать хотят. Но они, в принципе, всю ночь кушали. Еда у них есть всегда. Что? Давайте приготовим еду. Вот я им разного салата кладу. Так. Минеральное удобрение. Здесь яичная скорлупа. Я пересадила огурцы в другие емкости, более большие. Они у меня были в пол-литровых баночках и полностью уже корневой системой заполнились. И вот пересадила более большие. Видите, они у меня какие выросли. Ой-ой-ой. Но с огурчиками, конечно, еще проблемы. Так. Маловаты. Плохо растут. Где тут? Вот огурчик. Вот огурчик. Вот огурчик. Но огурцов зависть так много. А, так еще. Оп.